моя мама самая добрая, лучшая. Она никогда мне ни в чем не отказывала. У нас с ней хорошие отношения, вот, я ее очень люблю. Я желаю терпения, вот, чтобы они всегда знали, что дети их любят, и любили их тоже в ответ. Моя мама очень творческий человек, она всегда поддерживает меня и мотивирует меня своими навыками, своими эмоциями, своей радостью. Что бы ты хотела ей пожелать и всем мамам? Всем мамам я желаю терпения, нервов побольше, потому что у каждой мамы этого надо всегда. Отличного настроения. Моя мама творческая, веселая, жизнерадостная. Что бы ты хотела ей пожелать и всем мамам? Побольше терпения, любви в семье, радости, радостных моментов.